Гусиноброское шоссе – восточные ворота в город. Здесь уже завершается второй этап реконструкции. Готовность объекта – 93%. Дорогу ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Гусиноброское шоссе – это очень важный объект, это выход из города Новосибирска. Важен он еще и тем, что здесь есть стыковка за чертой города Новосибирска с восточным объездом, который делается тоже по федеральной программе, работа выполняется. Мы планировали, вообще говоря, сделать стыковку в следующем году. Очень трудный здесь участок был, связанные трудности были с большим объемом коммуникаций, после фекальной канализации, водопровода, и много времени у подрядчика ушло именно на вынос этих коммуникаций. Осталось на сегодняшний день незавершенные работы по устройству покрытия и нижних слоев, и верхнего слоя ЩМА на участке. Работы идут по засыпке ненормативного откоса. С этим откосом возникали в период производства работ очень серьезные проблемы. Там переносился газопровод. По сути, все лето мы испытывали проблемы вместе с подрядчиком по перестройству этого газопровода. Газопровод был выявлен еще при проектировании. В общем, затянули специальные службы. То есть это работы к нам отношения никакого не имели. Они должны были, то есть, выйти до нас и сделать выноску газа до производства работы, ну, до того, как я зайду туда. А получилось так, что сначала я зашел, а потом начали выноску газа. В этом году 63 объекта у нас план, по которым мы работаем. На сегодняшнее утро 57 объектов выполнено. Погода, вы видите, позволяет работать дальше. Завершающие стадии остальные объекты. После переноса всех сроков сдача объекта запланирована на 15 ноября. Однако стоит понимать, что если в ход реконструкции вмешается погода и подрядчик не успеет выполнить все свои обязанности, то дорогу попросту не примут. Также на все работы действует гарантия. Например, на нижний слой асфальта 6, а на верхний слой 5 лет.